Всем доброе утро. Я начинаю свой новый влог. Я проснулась в 7:40 где-то. И время 8:40, и я до сих пор не вставала с кровати. Вот. Так, я уже встала, и на завтрак у меня моя любимая кашка. Так что приятного аппетита, кто вместе со мной кушает. Сейчас тренировочку такую, мини, ну типа, я увидела ее у Адушки и решила ее делать теперь, потому что, в общем-то, я вам расскажу такую вот секретик. Следующая неделя будет у вас не просто неделя влогов, а продуктивная неделя влогов. То есть сегодня я это все тестирую, надеюсь, что я выживу, потому что всегда, когда хочу начать заниматься спортом, правильно питаться, это все заканчивается на второй же день. Но сейчас вроде бы все нормально, вот, я надеюсь на это. Вот эта, кстати, резинка, она намного лучше, чем вот эта желтая. Я, кстати, наконец-то дочитала вот эту вот книжку на дне, 15 часть дневник слабака, и теперь вот это вот у меня не помещается. Но по идее, вот это даже не книга, это блокнот, я не знаю. В общем-то, это книга «Сделай сам». Я это когда увидела. Заполнять всякие штучки, в общем-то, всякую вот такую вот. И вот тут дальше вот такой вот блокнотик, можно сказать. Я буду кушать свою любимую пастилу. Вот это моя самая любимая, потому что она идет прям как осьминожка. Сейчас открою и покажу. Вот так. Я люблю отрывать одну и кушать. Вот. Я оделась, потому что сейчас мы с папой поедем кушать. В общем-то, я сейчас сидела. Я снимала видосики в ТикТок, сначала снимала просто для себя, а потом я как-то начала монтировать, чтобы мы, типа, с моей подружкой разговариваем. И знаете, как это было? Типа, вот так вот полоска, и вот тут я, а вот тут она. И прям было очень сильно видно, что, ну, типа, это два разных видео, которые скреплены. Но потом я научилась делать так. Стоп, вот тут сидела Камила, и вот Камила тоже разговаривала. Просто посмотрите, как это прикольно. Да, может быть, где-то я становлюсь прозрачной, но это просто проблема самого приложения, потому что я детектирую видео, а не во мне. Так что вот. Да, вот. Для этого, чтобы так научиться делать, мне понадобилось, я не знаю, видео 7 снять. Вот. Начинаю я делать уроки. Во-первых, я завела себе вот такую вот тетрадку для лабораторных работ по физике. Вот эту вот картиночку, бумажечку мне нужно вклеить в тетрадку, но сейчас я это сделать не могу, потому что у меня нет клея. А вот это вот все мне нужно переписать, представляете? Это просто капец. И вот. Кстати, смотрите, какая у меня классная тетрадка по физике. Сейчас буду это переписывать. Знаете что, ребята? У меня не открывается вот этот ящик. Вот просто не открывается. Я не знаю, почему. Это очень-очень странно. Я хочу убрать чехол, потому что у меня лежит тут ящик. Именно сейчас открылся. Только что он не открывался. Ну, как обычно. Ничего нового. И теперь он не закрывается. А я, кстати, накрасилась. Выбрала себе одежду, пойду в своих новых джинсов из Зары. И вот в такой футболочке, правда, она у меня немножко не глажная, но это не важно. Вот, кстати, как образ смотрится на мне. И сейчас мы пойдем в кино на вышку. Насчет этого свитера не знаю, но хочу взять такие голубые джинсы, потому что они мне нужны, но они мне немножко маленькие, потому что это размер 11-12, а мне нужно где-то 12-13, но они стоят всего лишь 3000. Тут нигде не написано, что это 11-12, но это 11-12, то, что знаете. И посмотрите, какие у меня прикольные носки. Приехали в Киев, там родители стоят, и сейчас мы пойдем в пиццешечку Женес, или как там называется, короче, в Магнум пойдем. Дома нет хлеба, потому что... Thank you.
условно окрашенная. Я уснула, наверное, где-то в 12, там в 11. Потом в 3 часа ночи, ровно в 3 часа ночи проснулась. Что-то по сторонам посмотрела, легла спать. И потом ровно в 8 проснулась, прикиньте. Спала ужасно. Сейчас расскажу, почему. У меня в ногах лежало вот это вот все, и я боялась, что это все помнется, и поэтому ногами вообще не шевелила. Вон там у меня дневник. То вот сюда что-то упало. Тетрадка по физике. И вот тут все валяется тоже. Класс. Все, макияж я смыла. Сейчас буду чистить зубы, помыла голову. Пока чищу зубы, расскажу, что из планов на сегодня мы с вами будем делать. Что я сказала, я сама не поняла. Во-первых, мы с вами поедем на фотосессию. Хочу какую-нибудь осеннюю прикольненькую сделать. Потом мы поедем за тетрадками, потому что мне нужны тетрадки. И посмотрим, что у них будет с косметосикой. Сегодня я иду на фотосессию, хочу сделать какую-нибудь такую прикольную осеннюю фотосессию. Я сейчас выбираю аутфиты, в общем-то образы сейчас вам покажу. Вот первый, это первое, что придумал. Кстати, вот мои новые джинсы. Просто посмотрите, они такие идеальные, просто в Glory Jeans. Я их брала, кстати, да. Я, если беру русские джинсы, то я их беру только в Glory Jeans, потому что они там самые идеальные для меня. Просто они мне очень нравятся. Я как такая худая сразу же. Короче, вот первый образ. Я его одеваю вместе с рубашкой, потому что у меня еще один образ будет с рубашкой, поэтому как-то так. И эту кофту я еще одену, если что, на себя. Вот, я надеюсь, что я не замерзну. Еще нужно придумать, что я буду делать на голове и что буду делать с лицом. Я еще не придумала, но у меня еще есть. В общем, фотосом пойдем где-то в 3, время где-то 11. Несколько часов у меня еще точно есть. Итак, девочки мои, я намочила со спонжик, сейчас я буду краситься. Я пока что не знаю, какой буду делать макияж, но увидимся, когда я буду красоточкой. И вот я уже собралась в итоге, я просто выпрямила волосы, сделала самый обычный макияж, и мы едем в парк. Мы приехали в парк. Это я на самом деле. Таис, тихо, пожалуйста. Парк Самал, вот я, вот фотограф, моя камера, вот, да. Приехали, мы хотели... Смотрите, утки плавают. Где? Смотри, хотели с моей сестрой вдвоем поехать, но с вами весь детский сад поехал в итоге, вот, да. Лика, а можно на один кадр вас мячить? Ты мастер, Лика. Что ты хочешь? Вот так вот у тебя просто. Я им на один кадр мяч. Спасибо огромное. Камила, чего? Вот так около себя и вот так поставь. Я могу здесь? Модель должна молчать. Мы аппаратчики, что там он взяли жвачку. А так давно не ела из такого аппарата. Вот. Сейчас вот что мне пошло. На новых джинсах. Вот. Мы в парке. Самал. Мы приехали покушать в Люмян. Мы уже покушали, приехали в ЭДК, я возьму себе вот эту тушь от Лореаль, и я тут со своей тетей смотрю, тоже что-то выбирает она. Теперь мы пришли в восторг, потому что мне нужно купить тетрадку для школы, для математики, и тут появилась касса самообслуживания. Прикольно? Да, прикольно. Thank you.
уже дома, я даже не помню, что-то я снимала дома или нет. Я уже помылась, хочу делать масочку. Да, я сегодня второй раз за день моюсь, но... Поделали мы фотографии, но я еще хотела пофотографироваться на Арбате, но уже было очень поздно, поэтому мы решили поехать домой. Вот, потому что сейчас с нами ездил братик, а ему там нужно уроки делать, вот, поэтому мы поехали домой. Я сижу с масочкой минут 20 и буду учить по казахскому пословицу, вот. Так, я купила вот эту тетрадку, собака кака, просто посмотрите, какая она классная. Короче, у меня еще вот такая вот, она, это, короче, справочный материал по математике, сюда буду писать. Ну, короче, вот это у меня теперь будет для геометрии, а сюда я вот это перепишу, потому что тут не так много, и вот это мне нравится намного больше, и для какой-то геометрии ужасно, я не хочу брать такую тетрадку. Сейчас буду переписывать. Ну, и на этом я закончу этот влог, потому что, ну, я сейчас буду спать. И ничего интересного, ну, не должно как бы произойти. Так что вот, я вас всех очень люблю. Давайте. Подписывайся на канал, ставь колокольчик, ставь лайк. Я тебя очень люблю. Пока, все забыла.